Александр Николаевич Турланов, раменский художник. Расскажите нам, что у вас тут сегодня происходит в парке? У нас тут происходит открытие культурного очага в будущем. Культурно-спортивного, оздоровительного очага. Место тут очень шикарное, красивое, тихое, облагороженное площадками спортивными, очень мягкими. И здесь мы планируем сделать настоящий культурное гнездо. Здесь гнезда есть для белок, а мы будем делать гнезда для любителей спорта и здорового образа жизни. Что же тут будет происходить? Здесь будут происходить различные мастер-классы. И танцы, и йога, и теннис. Я могу и живопись, я могу... И в теннис, и бадминтон, и волейбол. Что хотите. Что будет интересно людям, то и могу провести. Это ваши картины. Да, вот сейчас я немножко здесь вот свои картины показываю. Картину можно будет тоже приобрести, да? Да, картину можно будет приобрести. Цены демократичные. Двенадцать картин.